Подъем на доску при обучении вингфойлу для крепких парней бывает непростой задачей. Все дело в растяжке. Чтобы поставить ногу на колено, приходится отклоняться корпусом в сторону, тем самым теряя равновесие. Также стоит избегать вставать по бортам доски. Отклонение корпуса помогает поставить ногу, согнутую в колене, но вставая на борт доски, довольно сложно контролировать равновесие. Не стоит и торопиться. Если резко подниматься, доска выпрыгивает и, как правило, следует падение. Поэтому не торопясь, ставим ногу на колено более компактно по средней линии доски и затем поднимаемся на доску. Не торопимся, ставим ногу на колено, которое выше по ветру, и затем встаем по средней линии. В этом положении работает и фойл. Проехав какое-то расстояние, вы сможете сбалансировать себя, передвинув ногу ближе к средней линии, и затем подняться на доску. Если вам удалось сохранить равновесие и стоять ближе к средней линии доски, то вы сможете, удерживая, подавая бедра вперед и удерживая корпус прямо, достаточно эффективно идти против ветра, опираясь на винг. Потренируйтесь. Это получается у всех.